Хвала Тебе, наш Господь, Спаситель. Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты. Господи, пошли добрых миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем яви светлый лик Твой, любовь Твою, Господи. Хвала Тебе. Благодарю Тебя за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил. И мы вступили в этот день, которого никогда не было во Вселенной. Мы не знаем, чем он наполнен. Но помоги с радостью принять все, что Ты допустишь. Хвала Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение во веки веков. Аминь. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое. Не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя, истина Твоя, да охраняет меня непрестанно. Господи, коснись сердца начальствующих царей, наведи страх Твой на них, чтобы знали они, что над ними Ты есть царь царей, Господь господствующих, ибо с начальствующих будет строгое взыскание. Господи, коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и через них сотвори полезное. Сохрани их от покушения на них. Господи Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за свет Твоей милости и щедроты, за ту красоту мира, которой Ты нас оградил. Во всем виден лик Твой прекрасный. Хвала Тебе, Господь и Бог мой! Ты провел меня тенью смертной тени и позволил здесь опуститься, где люди не видят света. Ты сказал, никакие развратники, прелюбодеи, пьяницы, любители чужого, грабители, убийцы, табакуры, наркоманы, Царство Божие не увидят, но на суде Божьем будут брошены в огонь вечный, где чернь умирает, огонь не угасает. А верующие в Тебя, Христе Боже наш, получат жизнь вечную. Аллилуйя! Ты показываешь нам силу честного, животворящего креста. Перед Тобою падает все. Ты возметаешь, как прах, как в вихре солома. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, Господь наш Иисус Христос. Возвысь и прославь Святую Православную Церковь. Коснись сердца патриарха, епископов, священников. Избавь их от сребролюбия, чтобы не было симонии, чтобы ни за что не брали денег, а святая десятина покрывала нужду. Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь Христос. Ты сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Иго Мое благо, и бремя Мое легко. Аллилуйя! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь Бог! Мы признали Твое владычество, и все, что окружает нас, Твое. Мы пришли ни с чем, и такие же уйдем с этой земли. Ты сказал, чтобы мы славили имя Твое святое, покорялись уставом, законом Твоим, верили в Тебя, и будет благо, а после смерти наследует жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, ибо неверующий представляет Бога лживым. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий веровал, и ищущим Его воздает. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их боли, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня, Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла.
да сметутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Да радуются и веселятся тобой все ищущие тебя и любящие спасение твое. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты, помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Аллилуйя! Мы просим тебя, Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвестить о любви твоей, что за наши грехи умер Сын твой, Иисус Христос, и верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь! Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь, ибо нет иного Бога, кроме тебя, любящий создание твое. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Блажен, кто помышляет о бедном, и в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит, кто видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не стать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня петух. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, Господи, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израиля от века и до века. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе за великое слово твое, за святую Библию, которую мужи-ученые перевели на понятный русский язык. Воздай им добром, Господи, тем, кто переводил: Герасиму, Даниилу, Филарету, Макарию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Мы просим тебя, Господи, коснись сердец начальствующих, царей и правителей, дабы мудро управляли народом, дабы издавали мудрые законы и дали достойную жизнь людям прожить, не угнетали и не обирали, не обворовывали, чтобы было еще уделять нуждающимся. Сохрани их от покушения на них. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить мирное время. Хвала тебе. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, когда третья часть человечества будет погублена. Аллилуйя. Слово Твое говорит, чтобы мы семикратно в день прославляли Тебя за суды правды Твоей. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: где Бог твой?
вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с огласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю тебе с земли Орданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна, бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды мои, твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, наш Господь! Милосердный Создатель! Мы благодарим Тебя. Коснись сердца людей, которые заповедовали нам молиться о них. Посети болящих, одиноких, покинутых, замерзающих, пострадавших, ограбленных, в темнице томящихся. Помоги им, Господи, и укрепи их, и пытаемым за слово Твое. Подай руку помощи, дабы никто не отрекся от Тебя. Ибо эта жизнь – одно мгновение, а далее открывается целая вечность, у которой не будет конца. Хвала Тебе, наш Господь, и слава, честь и поклонение за все Твои милости и щедроты. Аллилуйя. Аминь. Вы, может, побеседовать хотите? Да нет. Нет, да. Благодарю Тебя, мой Христос, ибо великий страшный день приближается. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Великое дело найти Господа. Хвала Тебе, наш Господь. Ты говоришь, обратись ко мне, помажь мазью глаза Твои, да вынь срамоту Твою. Господь говорит, что смех ваш обратится в плач и рыдание. Поэтому плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. Аллилуйя! Ибо неверующий в Сына Божий не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И после смерти он будет брошен в озеро Огненное, где единой капли влаги не будет. И тогда будет сказано, вспомни, ты получил доброе твое в жизни твоей, а бедный скорбь. Ныне здесь утешается, а ты страдаешь. Многим людям открой, Господи, истину твою, что без Тебя нет спасения. Без Тебя, Господи, жизнь бессмысленная. И эти радости скоротечны, и не более печали, чем радости. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Ты послал нас возвестить этому миру, находящемуся в глубокой тьме невежества, истину Твою, что никакие прелюбодеи, пьяницы, злословища, воры не наследуют Царствие Божие. Только вера в Тебя освобождает себя. Ты говоришь, Господи, что горе вам, смеющиеся ныне, вы всплачете и возрыдаете о бедствиях, которые уже рядом. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, великий, дивный Спаситель. Ты нам говоришь, чтобы ценили мирное время, ибо грядут бедствия на всю землю, когда третья часть человечества исчезнет, а после страшный суд, и все предстанут на него, чтобы получить соответственно тому, что делали в жизни, доброе или худое. Делающий доброе идет к свету, дабы явны были дела его. Делающий злое не идет к свету, чтобы не обличились дела его. Безумец говорит в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Аллилуйя. Господи, Ты наводишь страх
одним крестным знамением. И исчезают, и падают. Хвала Тебе. Но еще сердце открыто для Тебя было, Господи. Посей в ней доброе семя. Слово Твое говорит, что мы проповедовали со страхом и обличали, гнушаясь даже одежды грешника, которая сквернена плотью. Никакие блудники, прелюбодеи Царствия Божия не наследуют. Участь их с сатаной в озере огненном. Господи, помоги и спаси людей, которые не знают Тебя, что Ты умер за них, Христос Иисус. Что верой в Тебя человек может прийти такой, какой есть, и Ты его исправишь, даруешь ему жизнь вечную. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Слава Тебе! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и благослови. На Тебя мы уповаем, к Тебе прибегаем. Мы славим Тебя, дивный Спаситель Иисус Христос. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе, милосердный! Протяни руку Твою плененным, обездоленным, покинутым, парализованным. Прости руку Твою и утеши их Твоим присутствием, Господи. И нас помилуй милости Твоя ради. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшая от жизни сей. И новопредставленный Сергей, Тамара, Наталья, упокой их в обители вечной. Мы все здесь временные. И Ты заповедал нам искать вечности в любви к Тебе. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, на казнь на кресте, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Милости Твоей не отнимают народа Твоего. Продли еще жизнь, и многим явись. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе временно.